Друзья, всем привет! Добро пожаловать на канал Мистер Босс. Сегодня мы с вами продолжаем обзор модов для SnowRunner. Сегодня у нас на обзоре джип, внедорожник. Написало мне несколько человек, посмотри его, вышел хороший джип. Я про него даже не знал. Ford Bronco 1983 года. Внешне шикарно, конечно, вот так вот смотрится. Я его еще не заходил, только-только купил сейчас. И пойдем его с вами вместе смотреть. Ford Bronco 1983 года. Авторы Колесо и Мастер Коста. Тотальная перенастройка машины, исправление всех ошибок, новый баланс всего. Наслаждайтесь. Можно было с описанием немного поработать. 678 лайков, 38 дизлайков. Есть свой тюнинг, есть свои скины, 10 видов своих колес, улучшенный салон. Прицепов, я так понимаю, никаких нет, аддонов, я так понимаю, никаких нет, но всякие красивые скриншоты есть. То есть такой внедорожник, поездить, пооткрывать точки, покататься в данной игре, это реально актуально, а мы сейчас его с вами все вместе и посмотрим. Причем он вышел, оказывается, вообще давно, 132 дня назад. Были обновы, и вот как раз мне начали писать, была обнова 9 дней назад, 8 дней назад. Ну, давайте посмотрим, что это за чудо, как оно ездит, что у него там интересного есть. Вывести и по тюнингу, бля, ну форма у него, да, огонь вообще, просто огонь. Три вида двигателя, 2,8 литра, 3,3 литра. И 4,9 литра V8, конечно же, мы его с вами ставим, самый мощный движок, но и прожорливый. Коробка передач серийная, магистральная, улучшенная с увеличенным числом шестерен, обеспечивает повышенную максимальную скорость за счет надежности добавлено повышающего передачи. И снегоходная, максимальная скорость и экономичность добавлено целых 3 понижающих передачи. Вот это гораздо актуальнее используется в SnowRunner, потому что часто куда-то он у нас залазит. Отрегулированная подвеска серийная, причем серийная закрыта, отрегулированная у нас можем поставить специально отрегулированным подвеской, но она не рабочая, я так понимаю, да. Сейчас посмотрим, шины шоссейные у нас идут, их даже мы с вами не смотрим, Highway 1, 2, 3, вездеходные хорошо, средний, тоже нам такое дело не подходит, хорошо, средний, на бездорожную в грязи так себе. Нам нужно вот, где либо отлично хорошо, либо отлично-отлично, чтобы было, да. Ну и чтобы это смотрелось не слишком вот на таких здоровых колесах. Ну вот это, да, ну вообще от тайги, блин. Кама мутирис такая, да, здоровенная. Нет, это перебор, 39-е колеса явно, еще и 41-е даже есть. Они явно здесь не нужны. Аккуратненькие вот какие-то 37-е, во. Вот такие мы поставим. Средний, отлично, отлично. Вот такую мы и установим. Также у нас идет с цепями. Но шипованных я больше не видел, хотя где-то я наблюдал. Серийная легкая, удлиненная легкая, улучшенная легкая. Офлайн, вот как раз у нас идет, типа автономная такая, да, лебедка. Дифференциал подключаемый, шноркель грибовидный длинный и длинный с воздухозаборником наверху. Ну да, вот этот грибовидный установим. Модули кузова, малый верхний багажник у нас идет. 750 очков ремонта нормально. 4 запасных колеса, хотя мы с вами видим одно. Может в кузове лежит, но скорее всего нет. Неправильно это. И топливный бак 340 литров, это здорово. Это, конечно, тоже завышено, но это для развития. Это реально нужно, ребят. Серийный бампер, либо хромированный, либо вот такой еще у нас защиты идет, да. Хотя вот этот должен быть хромированный, а вот этот должен быть защитой, по идее. Крыша кабины противотуманки на крыше у нас устанавливается, симпатично смотрится. Передний бампер серийный. Толстостенная труба 1 и толстостенная труба 2. Как по мне, это перебор. Но вот этот с фарами смотрится прикольно. Разные стальные пороги. И изогнутый козырек. Козырек не нужен, а вот стальные пороги мы обязательно с вами поставим. Одна вариация дисков. Цветов много разных идет. У нас вот это вообще самый, наверное, топовый будет. Вот этот неплохой был тоже классный. И просто уже идут по цвету, по цвету. Знаешь, что только с цветом непонятно, как будто на него вылили ведро краски. Вот здесь желтый вроде, да, на самом деле не желтый, он какой-то идет типа лакированный, я не понимаю. Но вот это смотрится очень классно. А вот это мы и применяем с вами. По аддонам фигурки идут все дефолтные, Маша Такса, аксессуары также идут у нас. Все эти елочки, карточки, все идет дефолтные. Украшение на капот, атакующий бык. Бульдог, дельфин, удар кобры, саблезубый кот.
Ну, это лишнее, здесь нам это ни к чему. Поехали смотреть, что это такое. Так, кстати, я сейчас установил контур 0. Вот теперь... 0-0-0-0. 0-0-0-0, вот. Вот теперь у нас вот такая будет ночь. Сразу мы с вами фары давайте проверим. Садимся внутрь. Подсветочка такая, да? Ну-ка, стрелки-то работают хоть? Да, стрелки работают, и тахометры, и спидометры, это есть. Фары включаем, фары все освещают, все хорошо, все прекрасно видно. А, и теперь делаем вот так. 13.00. Вот, 13.00. Все, теперь мне не надо будет мудрить, ребята, выставлять все время, подгонять. Буду вот таким вот образом останавливать. Вот, колеса, видишь, он там писал 3 либо 4 запаски, да? 4 вроде. Одна у нас есть, это я вижу. Управление грузом, запас... Я думал, он загрузить решил. Нет. Конечно же нет. Конечно же ничего он у нас не грузит. Поехали посмотрим, что у него по внешнему виду. Так, фары у нас, кстати, включаются наверху. Также загораются. И вот эти загораются. Вот это здорово. Сигнал у нас присутствует. Посмотрите, какой, ребята, качественный салон, а. Посмотрите, сейчас я вот специально вот так вот на свет... Чтобы он у нас вот сюда вот, да-да-да-да-да-да-да, вот так вот, чтобы он был. Посмотрите на этот салон бомбезный. А вот со стеклом что-то не то. Стекло типа не стекло, а типа оргстекло стоит. Что это такое? Может, конечно, от цвета замызганное все, но оно смотрится здесь как оргстекло. Кстати, что боковые, что передние, да, что задние, что все. Сиденье, Кать, слушай, ну в целом... По салону все супер. Анимация руля у нас присутствует. Анимация зеркал у нас с вами, ребята, присутствует. Салон бомба. Салон бомба, салон качественный. Анимация заднего зеркала у нас также с вами здесь есть. Единственное, что-то мне по стеклам либо ярко, либо что это такое. Четырехступенчатая коробка передач присутствует. Ашка повышенная, Эль пониженная. И пониженная еще плюс-минус идет. 121 литр емкость топливного бака. Полный привод у нас подключен всегда. Полный привод подключен. Эх, нихера, ты серьезно? Это 75-я грязь. И вот здесь у нас есть одна лужица. Просто грязище летит. В салон, слава богу, вот это что такое? Там что-то у нас проскальзывает. Это явно что-то не так. Стекла все стали грязные, но тем не менее он у нас отсюда сам выбрался. Блок дифа мы ему подключаем. Блок дифа подключаем. Потихонечку, сложновато. Вот так с лебедочкой немножко надо. Но он у нас отсюда все-таки выбирается. 75-ю грязь проезжает. 70-ю. Не задумываясь, въезжаем в 80-ю грязь. Вот здесь у меня есть какое-то пятно такое, знаешь, адовое пятно мы его называем. Вот поэтому лучше вот так чуть-чуть сбоку как-то будем проезжать. 80-ю грязь, он даже немного порывается ее пролетать. Но, видимо, слишком большие обороты идут. И вот на Элечке, просто на средней, ему гораздо комфортней у нас, ребята, проезжать. Бля, хорош, да? Такой броневичок на разведку, ребят, крутой. Посмотрите. Блин, слушай, я на разведку его хочу брать. Он в открытом доступе, ребят. Мне он чисто внешне нравится. Чисто внешне очень крутой, ребят. Чисто внешне. Погнали в этот. 70-ю, 80-ю грязь проезжает. В сотку суваться даже не планирую. Но можем вот так с краешку здесь, конечно, заехать. Чтобы потом за дерево выбраться, да. Но мы просто сейчас с вами здесь встанем. Да, просто вот сюда он у нас встает и все. Включаем давай ему пониженную. Ну нет, он просто здесь будет у нас зарываться. Надо отсюда нам вылазить. И поехали смотреть, как у нас шнуркель грибовидный работает, удлиненный, толстостенная труба, вот это все дело, автомат, и въезжаем в ванную. Слушай, хорош, он такой быстренький, да, хоть и четырехступенчатая коробка передач, я думал это, воды в салоне нету, вот там мы когда в грязи, слушай, ну со стеклами беда, ну реально, ну-ка, давай время сменим. 12.00. 10.00. Да не, стекла остаются те же самые. Не, стекла как оргстекло, колесо.
Коста, мастер Коста, да? Ну, надо это менять, ну, серьезно. Ну, вы видите стекло. Шноркель рабочий, машина под водой. Вот, шноркель только у нас скрылся, пошел урон. Пошел урон, шноркель скрылся, урон идет, но машина не глохнет. Не знаю, ребят, правильно это, неправильно. А давай-ка мы его поглубже сюда, вот, не? А то я еду, а здесь поглубже не будет, да? Урон идет, но я не знаю. Но я не знаю. Ремонт, заправка. Но он не глохнет. Шноркель уже скрытый. Он, конечно, прям на грани шноркель. А ну-ка, 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 подожди. Инструменты, гараж. Ну-ка, давай шноркель уберем, ребят. Чё, трейлер? Я сейчас проверю, ты что гонишь? Какой трейлер? Так, визор. Шноркель. Убрать. Да? Во. Убрать. Убрать шноркель. А, завести машину. А, все, не заводится. Короче, это шноркель дикий, ребят. Это просто дикий шноркель, который, видать, немножечко у нас там торчит. И поэтому машина у нас спокойно заводится и спокойно двигается. Хоть урон немного она, конечно, и получала. И полностью даже сломалась. Отремонтировано 63 урона. Выбираемся с воды на изи. Я не понял, что там с прицепом. Бля, какой у него салон классный, а. Вон там щель какая-то. Во, смотри. Это что такое сейчас было? Там щель, это надо исправлять. Это тоже минус у нас идет, ребята. Вон вертолет недовольный. Скорость набирает махом вообще. Ну-ка на повышенной сколько идет? Инструменты. Информация. 23 километра в час. Как и грузовики, в принципе. Как и грузовики, 23 километра в час. Идет у нас на повышенный. Ох ты. Тест на продольный типа переворот. Нормально держит. Не валится, не падает. На автомате скорость набирает. 35 км в час. Джиперской пока полосы препятствия, ребята, нету. Надеюсь, что она у нас все-таки... Что она у нас все-таки появится. Поэтому сейчас проезжаем здесь. Мягонько. Проезжает. И упираемся здесь бампером. Да, проехать... Наверное, у нас с разгону, может быть, получится. Нет, с разгона тоже бампером упираемся. С разгону тоже не получается, ребята, залететь. Поэтому, ну, подвеска мягонько отрабатывает. Это, по крайней мере, мы с вами увидели. Камни сейчас посмотрим. Мне интересно, как камни он будет проезжать. На скорости прям влетим. Урон от камней идет. Слушай, у него это излишняя прыгучесть, вам не кажется? А мне кажется, что он, блядь, слишком быстро набирает обороты. Смотри, 15 км в час. Вторая у него подрыв идет, дикий какой-то прям, да? На второй, я так понимаю. И физика мостов, конечно же. Конечно же. Ну, я так понимаю, что насквозь они у нас тоже будут проходить. У меня, кстати, один мод только попадался, где физика мостов была. Да, мосты проходят, ребята, насквозь, как вы видите. И вывешивается уже он только у нас на раме, ребят. Эвакуация в гараж. Покинуть гараж. Поехали посмотрим. Поехали посмотрим, что там с прицепами. Что там с прицепами. Магазин прицепов. Ладно, модуль геологоразведки, верю. Цистерна, братан, ну не позорься. Ну это же не трэш-мод, это, блядь. Или трэш все-таки мод. Низкорамный прицеп. Бортовой. Вот это его прицеп, платформа. Ебать, серьезно? Прицеп с рампой. Малый цистерна нормально. Прицеп. Малый прицеп. Вот, вообще, вот этот один надо, чтобы цеплял. Вот этот один, чтобы цеплял. Даже вот этот, наверное, ну и этот, ладно. Куда еще не шло? И вот этот, все, ну те здоровые, куда, ну хорош. Ну я понимаю, может быть это трэш-мод какой-то, если относится, но тогда надо и в комментариях это указать. А так получается, что
Неправильно это все. Неправильно это все. Поехали посмотрим максимальную скорость. Ну и со стеклами надо что-то делать. 50 км в час. 51. И все. 51 км в час. Но он их очень быстро набирает. Вот в чем дело. Это нормальная максимальная скорость. Быстрее и не надо, как некоторые там 80-90 делают. Это игра не на скорость. Игра больше уклон идет на проходимость. Да, урон получим. 54 урона мы с вами получили. Но, кстати, не отпружинили, а именно врезались сюда, ребят. Ремонт, заправка. Вот посмотрите, как он набирает, кстати, скорость быстро. Смотри. Первое. 18 сразу, блядь. Вторая подключилась, рывок идет. До 28, на третий все, начинает лететь. 38, то есть у него идут очень быстрые такие наборы скорости. Все, 50 км в час мы с вами уже там летим. Вот смотри, я сажусь в кабину, и мне это не нравится. Мне нравится торпеда, мне не нравятся стекла. Из-за этого, скажем так, мне неохота ехать в кабине. Вот серьезно. Вот только из-за этого, что стекла какие-то матовые, как оргстекло у нас смотрится. Вот это, как по мне, все-таки относится к такому существенному минусу, учитывая, что в этой игре, по крайней мере, я не знаю как, ну и многие другие ребята катаются от первого лица. А здесь получается, что уже вброд такой по камешкам переваливается. Переваливается и перелетает у нас сюда. Нормально. Нормально. Пролетел. Вот. Смотри, все красиво. Садишься, ну, все. Пелена, блядь, перед глазами. Просто пелена. Стекла надо однозначно в первую очередь поправлять. Там было сказано... присылайте скриншоты и... будем исправлять все это дело. Вот это надо реально исправлять. Я думаю, что автор мода обзор посмотрит и что-то со стеклами, ну, либо напишет, либо сделает. Что-то надо с ними делать. Так что, если не сложно, в комментариях, пожалуйста, отпишись. А, ремонт-заправка, отремонтировали его. Классный джип внешне, ребят. Реально огонь, аппарат для разведки. Такой, знаешь, немножко дикий. Такой весь этот... Ну, катит везде. То есть он как раз вот для разведки у нас и сделан, ребят. Как раз и сделан. Огонь. Реально огонь. Но доработать. Реально надо доработать. Убирать прицеп. Что это за прицепы к нему цепляют? Что это за хрень такая? Колесо. Ну, там сколько? 4-3. Ну, если их нельзя накидать внутрь, ну, пропиши тогда по-честному уж один. Ладно, сюда, я понимаю, у нас топливо 300 литров, может быть, зальется, да? Это тут сдвоенные, там, встроенные канистры, здесь канистры лежат. Ну, с колесами тоже так немножко на релизм не попахивает. Если их нельзя закинуть, я не знаю, можно их в багажник закинуть, на сиденье? Тогда, конечно, здорово будет. На сегодня все, что вы думаете по данному на разведчику джипу, пишите, ребята, в комментариях. Я его поиспользовал бы, честно скажу. Мне он, в принципе, зашел. Если вам понравился данный обзор, поддержите, пожалуйста, лайком. Что вы думаете, в комментариях пишите. Всем, ребята, счастья, здоровья. До новых встреч. Пока-пока.